Мы приехали в квартиру, ребята закончили проект, долгожданный, мы его очень долго ждали. На самом деле впечатления просто зашкаливают. Это нереальная конструкция, это просто фантастическая подсветка. Есть такая интересная вещь, что очень удобно для каждой женщины и для девушки. Да? Зона готовки, все под рукой, светильники. Также хочу отметить очень красивый потолок в зоне отдыха, это гексагоны. Мне кажется, у нас самый крутой потолок на всем поселке, во всем ЖК. Вот. А также мы попросили, чтобы сделали подсветку на стену, которую будет висеть телевизор здесь, и чтобы как-то она играла, скажем так. А здесь коридор у нас. Двери, если честно, подбирали под потолок. Проект ребята готовили, наверное, полгода назад. Было очень много изменений. Хочу сказать огромное спасибо, что давали советы, комментировали наше мнение. Здесь такая интимная зона, скажем, спальня. Посмотрите, как все аккуратно сделано, как красиво падает свет на стены, он рассеивается просто по всей спальне. Сейчас, конечно, светло, но это видно даже сейчас. Вот. А как раз про подсветку штор. Она будет отталкивать свет с улицы и не будет видно, что здесь происходит, даже когда шторы не задвинуты. Вот. Ребята действительно ювелиры, я наблюдала, когда они всю эту конструкцию делали, там просто уголок к уголку, там миллиметр к миллиметру, конечно, их работа стоит большего. По коридору, если посмотрите, такие, да, полосы, не знаю, как их правильно назвать, геометрические, это, ну, это круто. У нас есть еще одна спальня. Здесь также пожелания были по свету, где-то поярче, где-то потусклей. Посмотрите, какая красота здесь. Здесь в будущем будет детская спальня. Вот. Также будет подсветка штор. Вот. Но по мне это просто наилучшее предложение, которое могло быть. Вот. Также есть ванна. Немножечко у нас не доделана. Посмотрите на потолок, и он, ну, он прям парящий. Он очень-очень круто смотрится. Достаточно света. Света вполне хватает. Я думала, какие-то люстры, точечные светильники. Нет, ребята предложили нам именно этот вариант, и мы просто с ним согласились, даже не раздумывая. Вот. Есть зеркало, причем практически сочетается все, да, в одном стиле. Вот. Но мы заказывали, не раздумывая, как бы, да, не специально так получилось. Вот. А в туалете такой же парящий потолок. Света вполне достаточно, вот. Но там еще немножечко не доделан ремонт. Вот. Хочу выразить огромную благодарность ребятам за их труд, за их идеи, за то, что они продвигают наше будущее, да, молодежи вперед, и нет каких-то там люстр. И также они советуют, они составляют проекты, они очень-очень грамотные, они знают толк в своем деле. А у нас еще есть такая вот вещь, смотрите, на фартук. Его можно сделать немного тусклее. И можно сделать, ставить, например, в таком виде. Вот. Можно включить только одни светильники. Вот. Ребята все придумывали, они подсказывали. Вот, подсветка стены. Тут, конечно, когда уже все закончится окончательно весь ремонт. Вот. Но
потолки, конечно, они перекрывают даже весь этот ужас, всю эту пыль и грязь. Вот. Поэтому советуем, рекомендуем и обязательно будем обращаться, я думаю, постоянно при необходимости. Вот. Спасибо.